Это машина. Это такая вещь, чтобы люди не ходили, ну, просто так. На чем ездят люди? Он состоит из салона, багажника. Из пластика и металла. Колес. Сильно-сильно громкий. Смотря какая машина. Типа рычит. Как динозавр. Синим или таким зелено-синим? Белый и серый какой-то из этих. Светлый колір буде в машині не так гаряче. Щоб було не очень ярко і не очень темно. Зеленого. Це мій любимий цвіт. Темного. Я хочу лично шоколадного. Якщо попаде грязь, то воно не буде видно. Для того, щоб ребенку було удобно їздити. Ребенок високо сидить і все видить. Для того, щоб ребенок не бігав по машині. Мама, она не может рулить его так, вот так, она не может. А поэтому придумали такое. Чтоб она проветривалась. Чтоб летом на ней кататься. Чтобы воздух попадал. Чтобы волосы развивались от ветра. Вообще это красиво. Мама громко, папа тихонько. Мягко. Не сильно. Тихонько. Середнє. Так, щоб двері зачинилися, ну і не відлетіли. А я громко. Коли машина стоїть на бордюрі, так у мене не виходить мягко. Я дуже сильно хлопаю, як будто вот так. Ти хлоп. Дух. Баба. Под капотом что-то, что машине заставляет ехать. Мотор, чтобы машина ехала. Ну, часто очень я вижу, когда там дым оттуда идет. Папа. Если шины поменяются, тогда шиномонтаж может. Механики. Можно позвонить и можно найти в интернете. Автосервис. Ну, конечно же, тот, который ремонтирует машины. И главное, чтобы он ремонтировал не просто вот так все повытаскивал и сказал, все готово, а нужно, чтобы он был специалистом.